Вы только что поддержали курс Владимира Владимировича Путина. Не подскажете, почему? Я альтернативы не вижу пока. А какие у вас могут быть пожелания, Владимир Владимирович? На здоровье, конечно, долгих лет жизни. Долгих лет жизни? Да, чтобы улучшения были у нас в стране. Стабильность. Стабильность, да. Пенсии получали. Я просто, может быть, есть... Ну, нам их не показывают, а из тех, кого мы знаем, альтернативы больше нет. Поэтому... Спасибо вам большое.